Почему при покупке квартиры необходимо заказать выписку из ЕГРН о переходе прав? Если квартира в течение предыдущих 2-3 лет перепродавалась 5 раз, тут могут возникнуть вопросы, да, все ли там нормально. Зачем нужно периодически отслеживать сведения о своих объектах недвижимости? Например, кадастровая стоимость. Это изменяемая характеристика. И в момент, когда проходит массовая оценка, соответственно, с нового периода будет новая кадастровая стоимость. А если будет новая кадастровая стоимость, то и меняется, соответственно, налогооблагаемая база. Как узнать об ограничениях, наложенных на земельный участок? Есть ограничения, накладываемые зонами, охранными зонами. То есть там, ну, проходит кабель какой-то высоковольтный, газовый. Вот. Они тоже отображаются как ограничения у объектов недвижимости. Можно их детальную расшифровку увидеть на публичной кадастровой карте. О выписках из Единого государственного реестра недвижимости рассказывает заместитель директора филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Самарской области Ярослав Лугунов. Смотрите программу «Город С» 2 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».